внешний рынок, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики. И, конечно, нужно ломать стереотипы, верить в собственные возможности. Россия должна раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. Недостаточно следовать просто стратегии выживания. В этом случае мы отстанем и на сей раз безнадежно. Ни у кого не должно быть иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно подсунуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, да еще втридорого товар. При этом абсолютное большинство, процентов около 80-83% даже, предпринимателей, на которых были заведены угодила, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили.